Анонс и точная дата выхода второй серии нового российского сериала «Перевал Дятлова». Вторая серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 17 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели зима 1959 года. 9 студентов под руководством Игоря Дятлова отправляются в поход по Уральским горам и вскоре без следа исчезают. Живыми ребят так и не нашли, зато обнаружили палатку, разрезанную изнутри, а также все вещи и провиант. Что произошло? Это и предстоит выяснить майору Олегу Костину и его следственной группе. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий. Создатели сериала пообещали, что в финале зрители наконец получат разгадку, что же все-таки случилось со студентами. Для этого они изучали материалы дела, дневники ребят, а также уникальные документы, ставшие доступным авторам. Напомним, вторая серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 17 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.